Животные давно уже стали частью нашей жизни. Сейчас у каждого есть собака или кошка, или хомячок. И очень грустно, что люди вокруг такие озлобленные и просто хотят выгнать нас с этой площадки. Мы приходим сюда, гуляем, можем отпустить собаку с поводка, позаниматься дрессировкой. Сюда приходят детки, иногда у которых нет собак, которые с нашими собаками взаимодействуют, гладят их. Конкретно мы, ну, у нас есть чат собачников, и пришли сюда и увидели ровным слоем лежит стекло. Три бутылки, и девочки собрали все, конечно, в несколько подходов, утром, днем, вечером, и то какие-то мелкие стекла до сих пор валяются. А не так давно были случаи, год или два назад, что травили собак, раскладывали куриные кости с крысиным ядом. Тоже очень страшно за своих питомцев. Да, вот, к сожалению, последние 5-6 лет никто ничего не делал в законном плане. Сейчас написали в администрацию, написали депутатам и главе округа, чтобы этот вопрос как-то решался. Нас успокоили, что в ближайшее время сносить ничего не будут, но пока эту площадку законной не признали. Мы будем стараться, чтобы это изменилось. Альмуш, иди ко мне. Сидеть. В микрорайоне живут с 2004 года, и с тех пор пару раз его заливалось на моей памяти в зиму, а в остальное время коробка пустовала. В 10-х годах она вообще обветшала, то есть вон там был проемы все выломаны, там, вон там, калитка здесь была тоже вся в негодности, здесь тоже. Вот. И в 17 году просто собаководы обратили внимание на данный участок, да, потому что проблему надо, да, животным нужно развитие, нужен выгул. То есть, и насколько я знаю, нападки были периодически со стороны жильцов этого дома. Ну, как бы я судить не берусь, да, это понятно, что, может быть, это им мешает. Почему, с чего началась сейчас вот эта вот вся история опять? На заборе на прошлой неделе была информация размещена, что данный объект сносить будут, потому что признан самовольная планировка. То есть на сайте администрации эта информация есть. Вот. Ну, естественно, мы как бы не откладываем в ящик, инициативная группа, у нас юристы есть среди собаководов, быстренько составили письмо, официальное обращение к мэру, и сразу пошла реакция, как администрация реагировала. В пятницу была встреча с администрацией, сегодня она на городском портале была размещена информация, что вроде как-то запись со сносе этой постройки аннулируется. Сидеть. Молодец, умничка. И ты умничка, да?